Команды из 32 регионов нашей страны приняли участие в чемпионате и первенстве России по эстетической гимнастике. Место проведения соревнований – Дворец спорта Борисоглебский. Представлены вот в настоящий момент девочки возрастной категории 10-12 лет. У них всероссийские соревнования юных гимнасток. А вечером начнут соревноваться возрастные категории девушки 12-14 лет и юниорки 14-16 лет в первенстве России и возрастная категория женщины в чемпионате России. Также мы проводим совместно с Российским спортивным студенческим союзом чемпионат среди студентов. Поэтому здесь будут представлены все ведущие команды России во всех возрастных категориях. Юные спортсменки из команды «Оскар» приехали во дворец спорта из Ростова-на-Дону. Путь не близкий, но гимнастки привыкли. Каждый месяц сборы и соревнования. В Ростове занимает первое место, первым номером приезжает. На всероссийских соревнованиях, на российских среди детей занимают призовые места. Выезжаем на международный уровень, стараемся достойно представлять Россию. Есть некоторые недочеты, но спортивной жизнью, да, мы хорошо занимаем первые места. А вот сейчас у нас не очень получается. Не знаю, мы плохо подкосили. Да, подкосили немного. В настоящее время у гимнасток конец сезона. Они устали и допускают ошибки, сетуют тренеры. А вот зрителям так не показалось. Участницы продемонстрировали невероятную грацию и пластичность. Выступление команды «Мадонна Прима» – одно из самых ярких и динамичных. Здесь они должны продемонстрировать единство, дух команды. Это в наше время очень актуально, потому что в школе везде родители, на каких-то других занятиях гонят своего ребенка, что ты должна быть лучшей, ты биться только за себя. Здесь мы добиваемся, как раз они демонстрируют сплоченность и думают друг о друге, что сейчас очень важно. А самая высокая заслуга вашей команды, награда, скажем так? Мы в ноябре ездили на международный турнир в Венгрии, заняли там второе место. Это с этой же программой. В общем, очень были рады. С каждым годом я очень надеюсь, но это и показатель по количеству участвующих регионов. Мы набираем популярность, поскольку здесь соревнуются именно группы. И есть возможность очень многим девочкам, которые не имеют достаточно развитых физических качеств для олимпийских видов спорта, прийти к нам и в команде проявить себя именно в группе. Поэтому я считаю, что за нашим видом спорта будущее. Эстетическая гимнастика – это вид спорта, основанный на стилизованных, естественных движениях всего тела. Судьи оценивают плавность, способность двигаться без усилий, а главное – синхронность. Это командный вид спорта, командный дух. У нас больше идет уклон на движение тела. Художественная гимнастика – превосходный вид спорта с предметами, с трюками, завораживающий. У нас больше мы берем душой, телом. Они должны быть семьей в первую очередь и поддерживать друг друга не только в зале, но и в жизни. Как только команда становится единым организмом, единым коллективом, который без друг друга не может существовать, это команда, которая будет очень долго выступать и выигрывать. Екатерина Алфимова, Сергей Яковлев для программы «Городские вести».